Привет всем! Ну вот уже точно можно сказать, что сезон открыт, сделаны первые посевы, земляника, бегонии, ну и еще кое-какие культуры. О них уже буду позже рассказывать, когда появятся всходы. Самое главное, это, конечно, земляника и бегонии. В этом году вот такой вот у нас, ну не стеллаж, конечно, а ящик в шкафу, который оборудован как стеллаж. В общем, со всех сторон все в фольге, чтобы было как можно больше света семенам доставалось. Подсветка. Весь день она будет светить, только ночью будет период покоя. Ну и здесь, конечно, тепло. Самая маленькая температура 22 градуса, ну а самая большая 27 градусов. Раньше все сеяли на подоконнике. И из-за этого, в общем, семена долго всходили, как бы медленно росла земляника. Ну, посмотрим, как будет здесь. Какие будут результаты. Такую вот землянику посеяли. Флориан, тристан, треска, сладкоежка. Своя земляника из своих семян тоже посеяна. И две бегонии. Карнавал смесь и... Амери гибрид Роуз Форм. Вот от Аэлиты было не 5 семечек, а даже 6 семечек. То есть на одну бегонию побольше положили. Такие вот семена. Ну вот так вот. Все здесь светло и тепло. В этом году, к сожалению, некогда было снимать видео. Поэтому, кому интересно, я оставлю ссылки на прошлогодние ролики. Сею землянику точно так же, как и в прошлом году. То есть ничего не меняя. Также семена в упаковках, они у нас хранились в холодильнике. На боковой полке лежали. Затем мы их, соответственно, семена достаем и замачиваем в эпине. Две капли эпина на 100 мл жидкости. Где-то, наверное, около 2 часов семена вот пролежали в такой жидкости, а затем уже были посеяны на грунт. Соответственно, семена не заделываем, а только сверху присыпаем снегом. Таким вот, наверное, около 5 сантиметров снега сверху. Ну и потом снег у нас тает, и как бы семена немножечко так он их прижимает, можно сказать, к земле. Совсем немного. Как бы это все естественно, как в природе. Ну и все. И затем стратификация у нас была в холодильнике 3 дня. Раньше до 7 дней была стратификация, но в этот раз захотелось как-то побыстрее. Потому что вот в первый год как-то была посеяна земляника, и 3 дня, в принципе, тоже это достаточный срок. Как бы можно и такой короткий период стратификации делать. А свои семена они могут сходить и без стратификации. Сверху все затянуто пленкой, и в которой у нас сделаны отверстия для вентиляции. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас уже будет стоять под подсветкой, прорастать. Надеемся, что порадуют своими всходами. Поэтому вот такой вот стеллаж, дешево и сердито. Ну и, в принципе, все устраивает в нем. Пока. Тут еще место осталось. Можно что-то еще туда к стенке поставить. Но это уже попозже. Все-таки сейчас еще рано. Что-то вот прям так сеять. Это уже ближе к февралю, наверное, какие-то, может, еще цветы. Что-то будет посеяно. А так вот. Пока вот так вот. Еще раз покажу упаковки. Упаковки все красивые. Главное, чтобы с них росло. Тоже красивые, вкусные. Ну и вот так вот все закрывается. Такая вот, можно сказать, занавеска из фольги. Здесь обычная вот такой вот канцелярской штучкой прицеплено все и все. Как бы света вот этого от лампы меньше в комнату идет, и растениям больше его достается. В доме тепло. Натоплена печка, вот и котик так вот наш рыжик развалился, спит. Да, рыжка? Такая вот жизнь у котиков.
Ну и лапка вот тоже в комнате другой развалилась. Лежит, отдыхает. Ну и покажу вам ананас. Уже ему 2 года. На подоконнике сейчас стоит, а то коты его любят покусать. Листочки покусанные. Ну так вроде ничего тоже. Растет, стоит. Зелененький. Такой интересный ананас. Необычное, в общем, растение на подоконнике. Ну и вот так вот сейчас на улице. Сегодня снег такой прям хороший выпал. Все уже, конечно, почистили. Ночами было до минус 30. А вот сейчас опять потеплело. Минус 5, минус 10. В общем, такие перепады у нас. То минус большой, то даже близко к нулю. Так вот. В общем, середина января. Сегодня у нас уже 16 января. Такой вот урожай собрали сегодня с нашей земляники, которую выращивали из своих семян. Такая чашка наспела ягод. Самая крупная вот такая ягодка. Есть покрупнее, помельче, в общем, всякая разная ягода. Усов практически нет. Только в основном цветет она. Усы на единичных кустиках всего. Так только одни цветоносы. Через 5 дней примерно собираем вот по такой чашке. Там вот такая земляника. Вот такой вот урожай ягоды на конец августа. Очень ароматная, вкусная. Такая клубничка, земляничка. Такая чашка. Нужно будет еще туда собирать кое-где у нас. Еще не все обобрали. Появились другие дела, поэтому побежим другие дела делать. Пока вот что успел ее, то сниму. Такая вот чашечка. Поэтому ремонтантная земляника. Плодоносит круглый год. Даже сейчас вот она еще цветет. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.